Максим Матвеев показал, как проводит время с 6-летним сыном Андреем. Актер обожает гулять со старшим ребенком по центру Санкт-Петербурга. На днях, к примеру, Максим и Андрей вместе рассекали на скейтбордах по Дворцовой площади. Как выяснилось, сын Матвеева и Елизаветы Боярской растет экстремалом. Обычный питерский день. Написал актер под совместным фото с сыном. На нем Андрей позирует стоя на своем скейтборде. Подписчики похвалили Матвеева за то, что он надел на голову сына шлем, который убережет его от серьезных травм. А также отметили, что Максим в молодежном образе выглядит как старший брат Андрея. А не так давно актер рассказал о том, что отдал сына еще и в школу с коловозами. В общем, сын Боярской и Матвеева растет очень спортивным ребенком. Классный папа, Андрей уже такой большой, как старший брат, у Андрюши ямочки на щеках, как у Лизы. Сразу видно, чей это сын, взял от родителей только лучший, пишут Матвееву поклонники. Стоит отметить, что после рождения Григория, второго сына, Максим стал больше проводить времени с семьей. Артист рассказывал о том, что теперь он еще тщательнее отбирает проекты, в которых соглашается принимать участие. От многих из них он стал отказываться. Это, с его точки зрения, это плодотворно скажется и на отношениях в семье, и на карьере. Ведь он будет сниматься только у тех режиссеров, с которыми ему действительно интересно работать.